Друзья, всем большой привет, меня зовут Раиль Арсланов, это канал Хижина Музыканта. Сегодня мы находимся в Казани и буду делать мою любимую традиционную рубрику «Подходы к людям», когда люди называют абсолютно любую песню, и я ее исполняю. Вот и все, ставьте лайки, пишите комментарии, поднимем вам настроение. Погнали. Ребят, можно вас отвлечь? Отлично. Да, 30 секунд, просто называть любимого артиста, и я пою. Ну, канал хочу открыть. Да я понял, да, и сейчас у нас зачикаете потом, с вас 150 рублей. Не-не-не, честно, мы не лошадки. Да, не-не-не, реально. Опаздываю. Ну, как хотите. Все еще думаю, что деньги вот просят. Вот всех плюс. Ребят, можно с вами кусочек видео снять? Денег не требую, просто называйте какого-нибудь любимого исполнителя, я пою. У меня просто подождите, канал на ютубе есть. Какой исполнитель, я забыла. Noise MC. Noise MC? Да, какая у тебя песня? Так, это там вот хай, да? Сейчас. Затянись со мной в последний раз. Ткни меня мордой в стекло. Дави меня, туши мою страсть. Буду... Блин, что-то хреновая песня. Так, давай так. Старую какую-нибудь там. Мое море. Мое море? Мое море, прошу тебя, не выплюни меня на берег. Время очередной бури моих истерик. А, это что? Мое море, прошу тебя, не выплюни меня на берег. Во время очередной бури твоих истерик я так давно искал тебя по грязным пресным руслам. Зубами сеть рвал, напрягая каждый мускул. Чистый воздух, как едкий дым, совершенно непригоден для дыхания. Рыбы не живут без воды и не ищут почвы под плавниками. Рыбы не умеют ходить и летать не умеют тоже. Рыбу очень просто убить, лишив того, без чего она не может. Вроде нормально, да? Да. Спасибо вам. Так стыдно, ё-моё. Все нормально, что ты? А, девушка, извините, добрый вечер. У нас вот там музыкант, он раскручивает свой YouTube-канал. Вы любую песню называете, он поет. Давайте сделаем. Выберите песню, он сейчас поет. Раиль! Это шутка? Не-не-не, он сейчас увидит. Остановитесь, пожалуйста. Он просто со знакомым разговаривал. Алло. Все, там фанаты были просто. Алло. Можешь назвать? Сейчас по телефону. Песню. Песня? Или исполнителя. Ну да, старый. Русский. Давай Кипелова. Давай. Беспечный ангел, нифига я ты. Я иду на Баумана. Сейчас. Разомнем пока челюсть. Пальчики. Песня очень сложная. Ну да уж, реакция же нужна. Я тебе попробую спеть. Классно так. Сейчас, 30 секунд. Смотри. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Любит праздники, громкий смех, пыль дорог и ветра свист. Ты летящий вдаль, вдаль, ангел. Беспечный ангел. Понравилось? Спасибо вам за реакцию. Спасибо да. вам за песню. До свидания. Спасибо, спасибо. Постараюсь. Я вижу, что и у тебя возникло желание научиться играть на гитаре. Самое время скачать приложение Timbro на твой телефон. Что ты сможешь найти в этом приложении? Во-первых, это самые простые мелодии на одной струне. Самые первые и простые аккорды на гитаре. И снова, в приложении появилось несколько разделов, в которых вы сможете отработать только чисто гаммы, чисто аккорды, чтобы довести это дело до автоматизма, а также раздел, в котором вы сможете развить музыкальный слух и отработать ноты на грифе, чтобы знать, где какая нота находится. Ссылочка на приложение будет в описании под видео, качайте, ну а мы продолжаем. Привет, девчонки, мы снимаем видео.
для моего канала? Просто называйте любимого артиста какого-нибудь, кого слушаете. Нервы. Нервы? Давай попробуем. Так. Скажи, прошу, ты очень-очень мне нужна. Вроде так, да? Может, лучше сам другой человек? А, кстати. И пропадать миллионах навек, когда ты самый дорогой человек. Правда, слишком глубокая рана, забывать друг друга пора нам. И пропадать миллионах навек, когда ты самый дорогой человек. Правда, слишком глубокая рана, забывать друг друга пора нам. Все, спасибо вам большое. Канал будет называться «Хижина музыканта». Да? Ну, блин, сразу надо говорить. А что я тут просто... Ну, ты понимаешь, да, что мы сейчас пробовали? Дурацкую рубрику «Притворяшки». Я ее не люблю. Не, ну вообще классный канал. Да? Спасибо. А в Инсте подписаны? Да, вот в Инсте как раз. Нет, не с Ютуба, я в Инсте живу. А, в Инсте смотришь? Круто. Вы студентки? Абитуриентки. Абитуриентки? А, только поступать. Блин, и она знала меня, черт. Так стрёмно притворяться, когда тебя человек знает. Я думаю, что они удивляются, они все меня просто знают. В Казани уже не имеет смысла снимать, мне кажется. Максимально стрёмно сегодня, после Москвы, Сочи и Казани. Я настолько отвык один сниматься. Привет, давай вот эти. С вами можно хоть видео снять-то? Да. Называет любимого артиста, и я пою. Рауф и Файк. Да? Да. Давай колыбельную. А как она еще начинается? Какие слова там? Я не могу так сказать. А ты тоже играешь? Да. Ну вот так, обойди вот так. И М. Ага. Угу. А потом F я не умею играть. Ага, и вот так, да? Да. То есть смотри, вот так, да. Так, да. Так, да. Так. Да. Нету, честно, мелочи нет, у нас все электронное. Я тебя не люблю. Давай, спай. Я прохожу весь коридор, а ты все спишь. Вставай, малыш, ты мне говоришь. Возьми меня, люби, укрой той пеленой, что мы с тобой создали вдвоем. Возьми меня, люби меня, укрой той пеленой, что мы с тобой создали вдвоем. Пипец, молодец. На ходу пришлось этот вот подбирать. Ну, у нас немножко такая версия вышла, да? Рэп. Да-да. Версия. Давай. У меня в Инстаграме. Давай обменяемся. Эти писалка. Да? Ну, бывает, слишком много. Ты вот это? Будем каверы записывать. Давай. Я прям вообще в целом. Хорошо. Жасминка, да, получается? Да. Круто, давайте на связи тогда. Да, давай. Всего хорошего вечера. Давай. Пока. Да. А? Ну да уж. Привет, девчонки, мы снимаем видео для моего канала. Денег не прошу, просто называйте любимого артиста. Пою 30 секунд и ухожу вообще, все. Мы не слушаем русскую. Русскую вообще? Вообще? На, может, в голове что-то есть? Нет, вообще ничего. Прямо иностранная. А татарская? Тоже не слушаем. Нет? Только иностранная, что ли? Ну, понял, давайте. Легендарная складная пицца Сибирна Баумана. Девчонки, привет! Хочу канал открыть на Ютубе. Помогите, называйте любимого артиста. Поем. Ты тоже можешь. Я? Да. Давайте. Не зря же гитару взяла. Четыре струны. Мы не обменять просто. Нет. А у нас Алена Швец. А, вот еще. Да. Алена Швец. Споете сами? Да. Только порядок аккордов надо знать. Что скажешь? Какую песню?
Это было не любовь. Нет. Слышь, это мальчик. Дождь. Аккорды. АМ. Ага. ЕМ. Ага. Д. АМ. И обратно, да? Больше шестерка. Дождь, не дрожь мою любовь, я спрятал далеко, ты не найдешь. О чем же ты молчишь, о чем поешь? А дайте еще что-нибудь. Ну, у нас нет времени. У нас есть. 30 секунд. Давайте. Есть время. 30 секунд. Мальчики, не плачь. Если ты хочешь, это не значит, что время. Не, а можешь, кроме Алены Швец, что-нибудь еще? Соя. Соя. Соя? Пачка сигарет. Пачку, давайте. Я благодарю тебя. Я сижу и смотрю чужое небо из чужого окна. И не вижу ни одной знакомой звезды. Я ходил по всем дорогам и туда, и сюда. Обернулся и не смог разглядеть следы. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет серебристым крылом, что взлетая оставляет земле лишь тень. Все. У меня канал называется «Хижина музыканта». Круто. Заглядывайте. Подожди, я подпишусь. Да? Вау. Вас тут прям много? А? Я люблю плюс. Вы все фанатки Алены Швец, я так понял. Не знаю, я 13 песен знаю. 13? Ну, я чуть-чуть. Блин, мне пора выучить хоть одну песню, походу. Спрашивают люди. Да я знаю. Чаще всего, если это кто-то будет говорить о Алене, да, Швец, то виной сигарет чаще всего. Какую? Виной сигарет. Виной сигарет. Виной. Она строчит песни, что ли, вот так? Каждый там месяц что-то выпускает? Ну, что, у нее часто выходит. Ё-моё. Мне тоже пора строчить, наверное. Че я хожу с чужие песни пою, да? Буду стараться. Ё-моё, смотри, высота. Между грифом и стороной. Тут хоть один аккорд можно зажать хоть? Жопа. Вот такой, да, аккорд. Или вы ее взяли, чтобы этот грести где-нибудь там? Ну, можно. Или тебя вытаскивать, когда ты тонешь, да? Вот так. Хватайся. Хватайся, мы тебя. Да, ну давай. Здравствуйте, смотрю ваше видео. Да? Вы уже в армию-то отслужили? Да уже два года прошло. Ну, да. Так, вы армейские, просто... что ли, смотрели? Не, я до армии. А можно с вами сфоткаться, да? А давай сначала быстренько видео с ним. 30 секунд, да. Называет любимого артиста. Пятницу ты кидал. Ты кидал. Пятницу. Давай пятницу, но эту. Ямайку? Давай Ямайку, да. Ямайка, я, наверное, родился в майке. На твоих руках, на моих руках. Песок, я живу без носок, босиком. Мои волосы ниже стандарта, мне нужна твоя карта. Вам не спугнуть? Они со взрослыми. О, привет, девчонки. Короче, у меня YouTube-канал есть. Нужно назвать любимого артиста, я свою песню. Вау, давайте, какую песню? Эндорфины. Эндорфины? Прям уж. Что, настолько грустно все? Подпойте мне, ладно, я ее очень редко исполняю. Попробуй. Давай. Так почему же в своих песнях вы мне об этом не пели? Если это чувство, просто выброс эндорфина. Скажи, почему так больно сильно? Почему так больно сильно, Макс? Если это чувство, просто выброс эндорфина. Скажи, почему так больно сильно? Почему так больно сильно, Макс? Вот сразу, да? В куплете как будто ни одна не умеет петь, а в припеве все хор сразу.
Классно? Спасибо вам. Канал Хижина Музыканта. Хорошо. На Ютубе. Сейчас мы спишемся, давайте. И себя, кстати, увидите. Круто будет. Класс. Новым выпуском. Мы как раз не отсюда. Да? Мы откуда? Из Сибири. Да. Нифига вы добрались. Кемерово. Да, обязательно надо. Обувь у меня сразу. Колок. На Инстаграм. Раиль Арсланов. Ой, вышел. Девчонки, можешь с вами кусочек видео снять? Денег не просим. Вы называете любимого артиста просто. Я пробую спеть. Хочу канал открыть на Ютубе. Мы не зебра. Да, денег не просим. Кого слушаете, может, песни, артисты? Мияги. Ё-моё, ну, конечно, заявочка. Мияги, да? Там. От солнышка. Девчонки, сюда левее, от солнышка, в тень. Это что ли, типа замкнут, что там, этот... Замкнутыми стенами давила та печаль, коли неведом налегай... Тяжелые аккорды? Налегай, налетай. Силы забирала, забирала, саншайн. Но мне тебя мало, моя бы... Блин, может, что-нибудь другое? Я кое-что другое учил. Сейчас, вот это. Я сам будто себя наказал этим непониманием, е-е-е. Перестал себе тупо доверять и без устали жаловался на людей. Караван гремел и негодяй, потешал себя баснями о воде. Но то были миражи, ты покаяние мое, найди-ка меня скорей. Мое тело минор, боли не жалей, ты тело минор. Грязными пальцами боли не трожь, мою душу недоношенную, тело минор. Здесь для тоски вереницами пульса, недоброжелатели точили топор. Я скоротаю те дни, что велела судьба, негодяйка, сам в одного. Как будто вы не знаете эту песню. А что, не подпевали? Ну все, спасибо. Вам сколько лет? 19. 19. Мне 26 уже. Много, да? А как канал выглядит? Хочу назвать домик... А нет, хижина, хижина музыкант. Прикольно? Да. Да? Хотите себя увидеть там? Да. Ну по-любому скажите, да? Не зря же стоим здесь. Прикольно. Давайте инстой обменяемся. Давайте. Так всегда, твой инстой. Укажем в описании. Так, все, подписался, если что. Спасибо вам. Удачи. Вот, подписался. Хорошо. Давай, пока, спасибо. Пока. Ну что, вот и выпуск, в принципе, подошел к концу. Это нелегко на самом деле, просто поверьте. Поставьте большие пальчики вверх, напишите комментарии, подпишитесь обязательно на канал с колокольчиком. Будем и дальше радовать вас классным контентом. Всем до скорых встреч, пока.